как неудачно Маринович перехватывает мяч, как же неудачно Кадберт вводил мяч в игру. Однако ответная контратака. Колотить сверху, пытается аккуратненько бросить. Естественно, Лони Бакстер накрывает его. Вот другое дело. Караулов добавляет мяч. Занимает место на границе 3 секундной зоны. Мяч не получает. Идет на постановку заслона. Скидочка на Кривошеева. Шикарно. Максим Кривошеев забросил мяч. Неплохо показавшего себя Марко Мариновича. Ух ты! Киканович вколачивает мяч в корзину сверху. Киканович. Двоечка. И хорошо со спины. Голяхов накрывает. А Тори Томас успевает к мячу первым. Савенков помогает ему заслоном. Томас. На Виктора тот сверху вколачивает мяч. Ну, в общем, там неплохая скидочка под атаку издали. Атаку без сопротивления, атака не точно. Томас с Комаровским. Ну, уже последними были. Был там еще рядом Маринович. Был рядом Томас. Ай, хорошо, Акинделе. Врезается в своих оппонентов. А потом уже пытается бросать. Сначала врезавшись в них, столкнулся. Причем так социально увлеченный, помогает детям. Голяхов чуть пораньше бы ему передачу отдать. Голяхов ошибается. Бакстер перехватывает мяч. И Маринович набирает 2 очка в быстром прорыве. Тоже, в общем, никаких особенных проблем пока нету. Тори Томас пойдет сам до конца. Зайцев считает его шаги. Но нет, Тори Томас. Ну, это воспитанник американской школы баскетбола. Там таких прыгучих ребят, как Зайцев, пруд-пруди. Каких-то действий не совсем понятно каких. Будут следовать технические фалы. Зайцев, потеря. Бабурин. Виктор бросает сам. Целенков забирает подбор, поскольку был один, никто его не держал. Тори Томас. Вот с этой точки он похоронил Химки. Вот с этой, именно этой точки он похоронил Химки. Вячеслав Зайцев. Голяхов успел отдать передачу. И не в перехват, а в руки своему игроку. Ай, как здорово. Тори Томас находит Виктора. Виктор буквально в последний момент. Вот для чего нужен Комаровский в нападении. Вот. Этого не получилось. Быстро так уже не прошла. Комаровский. Времени все меньше и меньше. Показ на передачу. Скидка на Кикановича. Тот смотрел непонятно куда. Маринович бьет уже через руки. Такой бросок отчаяния. Никто никуда не торопится. Все поздравляют друг друга с окончанием этой игры. Все живы-здоровы. Вроде как остались в составах обеих команд. 84 на 77. 7 очков преимущества. Спартак, Приморье, Владивосток заканчивает матч и выигрывает у Енисея Красноярск.